Друзья, всем привет! Вы на моем канале Владволя. Нелегкая судьба занесла меня в Асканию Нову, заповедник в Херсонской области. Вот я иду к своим друзьям, которые уже прибыли несколькими часами ранее. Вот я отошел от автостанции по пешеходной зоне. Ну и уже наткнулся на первый заброшенный объект. Как вы понимаете, я люблю заброшки какой-то степени. Ну вот, собственно, этот объект меня и заинтересовал, хотя это совсем случайно. Ну, судя по всему, это был то ли университет, то ли лицей, больше похоже, навряд ли чтобы это был какой-то фельдшерский пункт или больница, скорее смахивает на университет или лицей. Ну вот такой вот интересный объект есть в Аскании Новой. До следующих видео.